Так, ну может, тогда... последняя миссия. Тогда метку на болото я поставлю, что мы прошли болото. Нет, это не последняя миссия. У нас уже две пушки нет. Две пушки, ты понимаешь? Две. Доктор Блэквелл, I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harris' sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I see you have the plan. We do. Good. Доверяешь, как главный герой это осуждает? Нет, наоборот. Там факт, которым он сказал. Блин, мне так нравится в этом салоне всегда появляться. Но ведь опять, да? Слушай, может скинуть обилки? Это же где-то здесь можно сделать вроде бы. Смотри, мы сейчас опять будем открывать. Господи, каждый раз мы открываем. Это ты открываешь, я ничего не открываю. Каждый раз открываю эту бочку, чёрт. Я нашел деньги. Же это затягивает процесс. А, вот вижу. Мне перекатилось, когда ты уже внутри был. Как будто ты ее закрыл за собой. Так вот, не хочешь пассивки поменять? Да не, нормально, так, смотри. Ну ладно. Я бы просто убрал отбивание парирование пуль. Оно звучит абсолютно бесполезно. Не, ну давай, сделаем, что это надо. Надо подойти к специальной штуке. Вы так быстро сделали? Я правильно, через одежду нормально. Помогло. I see her, Jesse. Oh, no! You must stop her before... Wait. I see a sign. Dickinson! She's in Dickinson! Лягу люны. Че он, деда, электричеством провел? Бедный батя. Я только сейчас понял, что он на электрическом стуле сидит. Только я думал, оно подается через шапку. Ну вот, через вот эту вот кастрюлю. Нет, это что, нет. Ну ладно. Так, где-то здесь... Во, я нашел место, где можно сменить обилки. Я для этого нужен? Ну, тебе же свои надо, может быть, ты не хочешь. Все, 31 тысяча голды. Так, ну, пистолет, да. Дробовик на полную. Винтовку на полную. Да, ну, все устраивает. Ты хотел хилку взять. Тебе разряд. Успеется еще. Давай так. Это, вот это. Хилки. А ульта автоматом вкачана? Да, ульта автоматом вкачана. Вот ульту я, наверное, оставлю. Блин, я не знаю, что мне еще качать. Все остальное бесполезное какое-то. Да-да. Еще две обилки. Сейчас схожу в комнату? Или пока? Сейчас. Да, блин. Я правда не знаю. Энергетический элемент. Давай так. Все, одно оставлю. Да, запускай. Если можешь. Она хотя бы доступна в РФ. Ну, это да, это тема.
Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. And try not to wallow in grief. It only leads to blunder. Вискарик стоит. А у меня в холодосе есть, можешь пойти налить. Tragic demise. I've also briefed the assistant secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. Как тебе игра? Не так себе. Очень средненькая. Много багов и эх. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You there. What's your name? Only? Virgil Only? Do you know your way to Kingston, Only Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking vitae, Doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? Как резко заканчиваются заставки и просто ролики. Like McCallum's Mill and the Kingston Oil Fields. Debano. Debano indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions. Как думаешь, мы все снова встретим этого Дебана, этого батю этой Фелисити? Она его воскресила в виде какой-нибудь большой ебаки? Либо Фелисити будет последним боссом, а воскрешенный батя будет последним. Что-то из этого может быть, да. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings. У нас резко теперь какой-то спек-опс начался. Presumably still at the Kingston oil field. Да, мы так забавно осматриваем локации, типа. Смотри, можно зайти слева, а там, если что, можно через окно пройти, захватить эту лесопилку, шахту. Infiltration. This could very well turn the tides in our favor. Жесть, там нефть лилась из вышки. Просто для так. Проводов электрических. Видишь, он сын. Ага. You crazy? The whole area has been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard's fighting back, but... Я думал, от людей скрывают, что есть вампиры. О. Уже не скрывают, знаешь. Видимо, уже не скрывают. Что реально Call of Duty какой-то начался. И заметь, красную фигню убрали. Красную какую? Игра больше не супер красная. А, ну да. Там сзади секрет. Мы же не можем пропустить мешочек с 163 деньги. Да, 163 деньги, это то, что нам надо. Да слезь. Ну, ты там нашел монстров и не можешь их убить? Нет, я пытался разбить фонарь, очередной неубиваемый. Что мешало сделать сбиваемые фонари, я не понимаю. Разве так сложно? И бутылки, да. Я считаю, это показатель качества игры. Если фонарь не разбивается или бутылка, то все. Блин, можно... там секретка явно. Ну пойдем. Или нет? Да, вот сундук. А, окей. Блин, это всего лишь скин. И лучше бы это было усиление на обрез. Это мне. Призрачный Джесси. Мой призрачный бразер.
Кстати, в заставке... Я только сейчас понял, что в заставке он всегда в классическом красном костюме ходит. Ну, заставки вообще меня не напрямую. Ну, это да. Фига, я бодро начал. Я хочу их всех поджечь. Давай. Слушай, ну на самом деле очень сильно. Очень сильно. Причем огнемет реально можно юзать просто один разок кастануть, и они горят. Приятненько. Ой, это тот, что с пауками. Готовься стрелять ему по жопе. Все, есть. Больше пауков не будет. Слава богу. Очень неприятные обычные вампиры. Почти. Да, в смысле? Найс. Outriders 2 подъехал, нет. Ничего общего с Outriders нету. Это не лутер-шутер, это сюжетная игруха. Разве что, это разве что стрельба от третьего лица. Ты не можешь туда попасть? Не могу. Жесть. Это же, блин, локация, в которой лежат 65 деньги. Блин, 81. Черт. Не хотел такое богатство. Давай угадывать, сколько будет деньги в следующей сумке. Значит, это какая-то казахстанская валюта, знаешь? 81 деньги. Так, а 3... ставлю на 56. 74. Фак, какие 140? А вот тут сколько потом? Ну давай пусть 130 будет. 72. Ну ты был прав. Да, я был ближе. В Ремнанте на высокой сложности... Да, в Ремнанте, конечно, милишкой на высокой сложности вообще не попользуешься. Ремнант прям шутер-шутер. Здесь, да, здесь боевка больше мили. Блин, Лага, наверное, не мог по нефти пройти. Следующая сумка. А где она? 91. Это большая, 130 будет. Бля, 5 на 7. Жесть. Походу познал эту игру. Кастомайз есть, если не, в игре нет. 1001 типа шляп. Ты одна и та же. Боже мой. Ты взял воскрешение хилку, которая дает неуязвимость, или нет? Нет. Я попал. А только дамажить мне его нечем, потому что я далеко. Не, я вот пинал. Хорош. Кстати, он не сразу неуяз дает. Или не всем неуяз дает. Он в радиусе работает. Ага. Либо на конкретных мобов, я пока точно не понял. Надо помочь. А, ясно. Сейчас будет этот стрелять.
Да чтоб тебя! Что, я не знаю, почему я не могу не успеваю выстрелить просто. Так, ладно. Стоп, в смысле? А, я ульту врубил, а хотел... Не оставил. Нормально убивает. У него дядя, наверное, получится. Ну, кстати, да, убил. Успел. А он новых заспавнил, вообще пофиг. Ну что, реально против него арбалет взять? Есть. Так, у нас два вампира сломалось. Звучит отлично. Попал. Есть. Ай, блядь, как же, ну нельзя так быстро из неуязвимости выходить, чел. Ну типа. Меня зажали в углу, и я умер. На Evil West были большие надежды, опять проходняк, к сожалению, да. О, нет, опять. Кстати, пока их бьешь неуязвимости, ты еще и получаешь урон от этих мух. Что-то с арбалета у меня не очень получается. Так, он теперь на тебя. Я сбил. Да в смысле? Ну опять я в них прыгаю и получаю урон. Я знаю, неуязвимы они уже или нет. Бомба на земле. Вообще надо взрывать? Сильно мешаются. Нам неуязвимость зависит тоже. А. Так, почти. Дабс! Ты жив, не? Да, пока да. Ты что-то... Я в основном катаюсь, блин. Да, тоже. Я умер. Ух ты. В углу выбивает и все, хана. Да, в углу меня тоже уже зажимал, и мне тоже не понравилось. Короче, этого за погона можно не убивать, тогда... Так, давай. Она не будет. Да как ты двигаешься с этими грёбаными мухами? На, ему дробовиком еще. Добивочная. Хорошо, справились. Мы же все, да? Да. Там, кстати. Мне же можно не запрыть. А пофиг, ладно, полез дальше. Угу, пойдем. Да, я тоже когда видосик смотрел, думал такой, блин, ну это же Ремнант, типа, прям. Но... не Ремнант. Нет, опять включать лампочки. Ну, на максимальной сложности хотя бы немножко, иногда чувствуются проблемы. Не везде и не всегда, но... Как они смогли выдвинуть себе такие скучные квесты? Это просто жесть. Они ничего кроме раздражения не вызывают. О, деньги. Иди туда, а я нашел разбитую дверь. Я спас чуваков! Видишь, какой я молодец? И нашел деньги, у которых было 85, блин. Последним, короче, побло забрал у спавшегося человека.
Так, я нашел какой-то трансформатор. Включаю его. Это наша задача, да? Да. Подожди, я переношу какое-то электричество. Видимо, мне надо успеть донести до тебя. Вот не сюда, знаю. Ко мне. Да, да, мне. Беги. У него даже шляпа электричеством напитана. Это чел из Mortal Kombat. Забыл, как его зовут, который молниями стрелялся. Райден, Арон, нет, не помню. Они все Райдены, все, что связано с электричеством, все это какой-нибудь Райден, какой-нибудь Райден. Я не могу без тебя прыгнуть на плетке. Кстати, а почему они плетку используют только чтобы летать и не юзают ее в битве? Заметь, кстати, когда надо этот самый перепрыгнуть, у них веревка есть, а когда надо арбалет натянуть. Да. Кстати, заметил, какая классная механика с этими сканатными дорогами? Мы целый один раз юзнули и все, больше не появлялось. Я думаю, еще будет, не переживай. Может быть, сейчас вернемся. Шорткатик сделаем. Нет, не сделаем нам туда. Пересечь озеро. То есть это озеро. Там просто нефть разлилась. Да, вижу. Обнаружить офис. Волк, что ли? О, ноу. Там делают аву. Я помешал. Что? Тавук, да, если бы. Это огнеметом жгу. Очень хорошо жгутся, кстати. Смотри. Да, если бы там делали тавук... О, там большой сундук. Надо взять. Было бы клёво. Там призрачное что-нибудь. Тавук Дуньязи. Где-то я уже видел этих врагов. В God of War были вервульфы. Да, очень сильные. Очко способностей. Знаешь, что было в сундуке? А, чё? Скин? 156 деньги. Ладно. В могучем сундуке. Деньги. Деньги. Что за псы? А, ну да. Какие же еще могут быть псы в этой... Два мини-босса. Да. С пауками, которые... Да. И как вообще тут... Чуть-чуть вервольфы усиленные сразу, что? Потому что мы пропустили аву. Не знаю, но я тут вообще драться не могу, они тупо едят. Я пытаюсь поджигать его, проще тем. А еще можно, знаешь, что делать? Можно включить ярость Кратоса. Отвечаю, тема. Ну, меня опять зажали, что ж такое? Оказывается, огнемет еще и на Ешку работает, что? В смысле он прыгнул, и я промахнулся по нему дробовиком. Очень больно. Я не знаю, как у тебя дела против твоего, но у меня все очень плохо. Мне тоже все очень плохо. Все, я сбил ему пауков, теперь будет полегче. Я
Ой, я своего могу встанить. Прекрасно. Тогда кто быстрее убьет? Полочка хп. Я понимаю, что тебе весело. А знаешь, почему весело? Потому что дробовик имба. Надо просто бить, стрелять дробовиком, когда они бьют. Они получают крутой урон. А ты похилился, сбив пауков? Нет, у меня не было пауков у него. В смысле у меня, него да, не было пауков? А почему у меня были пауки? Я умер, да. У тебя есть ульта, чтобы спасти? Потому что они бегут оба за тобой. Я не... Сори, я не был готов к тому, что они... Я вот к этому сейчас не был готов. Что второй ко мне пойдет. В смысле нет? Вот у него пауки на спине. Но он их не юзает. Странно, как так? Ой, юзнул. Я буду готов в этот раз тоже. Ха. Пауков просто хилки дают еще. Я знаю, да, но он не взял. О, нет, аву. Я спас. Я не дал им сделать аву. Авук, дуньяш. Я подорвался. Вижу. Мне есть чем спасать еще. Моб почти мертв и там чуть-чуть осталось. Там как ты двух мелких убил тем временем. А, хорошо. Нет, в этой игре не открытый мир, это чисто коридорная игруха. Уля, сколько новых обилок открылось. Хорошо, что надо я посмотреть. Ничего не качал. Беспроводная передача. О, убийство при помощи электричества дает усиливать следующие три удара. Класс. Сейчас, секунду, мне тут звонят. Ну, это тоже класс. И показатель максимальной энергии повышен. Нет, это, наверное, не надо. Притягивание может хватать и поражать нескольких врагов с... Ого! Блин, там прикольная пассивка есть, надо нее... Надо прокачать бесполезную пассивку. Ну ладно. Широкая аудитория, может тебе понравится там, где нарисована такая цепь, ну, типа стрела на цепи. У меня так офигенно. А это где вообще, какой ветки? В ветке электричества вторая билка во второй строке. А, вижу. Притягивай сразу несколько врагов, еще балдеж. Ничего себе станется. Ну, или надо прокачать сокрушение хлопушкой. Вот и мне не захотелось, но я решил, что я это сделаю, чтобы вкачать эту штуку потом. Выглядит здорово. Че, пойдем? Сейчас прокачаю другую. Выглядит примерно как избиение манекенов, которые иногда наносят урон перед собой. Чувак. Такой черный какой-то дождь, у меня такое чувство, как будто мы в Death Stranding. Не дождь, это пепел, типа. 42 деньги. Mm-hmm. Побегу. Какие-то работяги. For a second there, I thought you were one of those demons. The National Guard barricaded us inside here before they headed off to protect the company office. If you want to find the man in charge, you need to use that crane to move those crates. Ладно.
О, нет, тут опять нету электричества. Надо найти электричество. Окей. Я нашел 105 деньги. Не электрики. Да. Не такие крутые электрики, о, нет, как... Это надо носить, да? Да, не такие крутые о, электрики, нет, как Айзек из этого. Как он называется там? Из The Space. Вроде его Айзек звали, типа, Айзек, почини. А ты нашел, откуда надо носить, да? Ага, понял. Да. Yes. А я открыл шорткат к той, которую, наверное, просто пешком бы не успели. А, нет, ну какая заставка, в смысле? У меня сейчас закончится мой заряд. Он закончился. Еще раз пробил ножом. И у меня пропал заряд. Да? Ну-ка. Не, не должен. Ты пропал сейчас заряд? Не, не пропал. Это было бы странно. У меня пропал. А еще по шаркату можно только вместе ходить. Нет. Игра такая разнообразная, ее одной хватит, чтобы называть себя Variety Streamer. Да. Это я. Я думаю, сейчас пройдем эту локацию и надо будет идти уже. Да, хорошо. Но перед этим надо забрать 105 деньги. Money. 70! Ты бы знал, как я далеко шел, чтобы туда попасть. Очень большой, очень дальний путь. Чего не сделаешь ради деньги? Кстати, вот здесь вот может быть что-то интересное. Но нет. Вместо интересного здесь 135 деньги. А, когда нам идти надо? А, вот к этим чувакам мы подвинули кран. И мешали коробки. Почему вы говорите деньги, а не деньги? Ну, потому что игра не казахская. You gotta help my buddies. But my body. Нет, чел, мы не помогаем друзьям. Мы помогаем только бате-вампиру. Не. Все, чтобы спасти батю-вампира. О, была энергоячейка, которую ты не взял. Я нашел чертеж. О, для дробовика. 7000 с помощью электричества создать заряженные аномалии, наносящие урон своим... Хотеть. Они правда будут. Вроде неплохо. Они правда будут перекрывать обзор. Ну ладно. Будет казаться, как будто это враги насрали чем-то. Давно не было интересных текстов. Позвук, как будто драться с кем-то начал. Нет. Тут нефть выливается. Два брата-близнеца, которые помогают бате, да? Видишь бочки? Son of War. Знаешь, что это значит? Вот, видишь бочки. Мы будем взрывать нефть? Нет, означает, что будет моб с бочкой. Вот. Который элитка в бочке. Я уверен. Так, куда нам идти-то надо? Я не знаю. Может быть, вот здесь где-то забрать. А вот тут пройти можно. Или нет? Или... Да, можно. Вот ТНТ. Это шорткат или... Это битва. Ты был... Откуда? Как? А он надел на себя эти бочки? Я уже просто предугадываю. О, их тут два. И щитовик два. А, и щитовик.
То есть тебе просто показалось, что он по стилистике здесь подходит, поэтому... Да. Я решил, что разрабы не будут париться. Меня убил этот бочковик. Сори. У тебя волна летит. Очень много волн. Думаю, без ульты будет сложно спасти. Да, наверное, да. У них еще рабочие все с одним лицом. Ну, смотри, я спал. Я спас тебя. Жесть, там врагов. Ну, как бы самое мерзкое, это вот эти бомберы, которые с мелких выпускают. С бомберов надо начинать просто. Я, пожалуй, не буду его бить. Я подожду, пока появятся те мобы, которых я хочу убить. Во, они появились. Все, я их убивать. Ты там уклоняйся пока, потому что я этих челов добивал. Я не обещаю. Один остался. Как же этот долго заряжается-то? В смысле он не может? Да боже мой. Все, я их убил. Если что, я тебя теперь смогу спасти, скорее всего. Фига ты этому челу снес, однако. Чем так его? Те лебеди. В смысле, откуда урон? Так, спасай, да? О, я успел его сломать, щит. То есть тебе кинули 73 деньги. 73 деньги, ого. Благорик, спасибо. Что-нибудь интересного, просто 73 деньги. Класс. Спасибо огромное. Бабочка Лёва, появились новые... Слушай, я хочу сделать вот так. По-моему, это был крутой план. Да, неплохо. Все, ты его добил, да? Да, он как-то... А я упал! Меня бомберы, да, убили. Спасай. Спасай гигастаном. Ну, гребаные бомберы, конечно. В смысле, я не могу попасть? Смотри, он до тебя сейчас может доехать. А, не, он так далеко не ездит. Все, ты их убил, да? Во, крутая штука, я тебе говорю. Чаще ТНТ-шку взорвать ему в лицо. И все. Ульта Кратоса, 10 из 10. Привет, название игры. Здорово. Название игры на Твиче найти очень просто. Это называется Evil West. Я хотел сказать Evil Dead вначале. Так, нет, что-то другая игра. Мне нужно срочно подойти сюда. Мы должны нажать рубильник. Хорошо. Я готов нажать рубильник. Потрясающе. Дизайн локации невероятный, геймплей потрясающий, сюжет непередаваемый. Да. Блин, эти взрывы. Просто эта башня кашетается. Просто чтобы были. Да-да-да. Тут, я думаю, она не упадет. Никогда. Yes. Yeah. Смешно, если мы сломались две ноги, короче, игра заканчивается. У нас задача не отходить от труп. Стагам поменялась. Что, заканчиваем, yeah, yeah. Ты говорил?
или... Это локация другая уже? Или ну, это выглядит как новая локация, наверное. Ну, типа, продолжение, но как бы вторая часть, не знаю. Я думал, он, типа, мы возвращает. Думаешь, долго? Я думаю, что это будет долгой. Ну, тогда да, тогда закончим. Я думаю, минут 30 точно будем проходить. Там еще какой-нибудь внезапный сложный босс. Ну, да. Ну, который в нас метеориты пускает. Значит, что дальше такое? Так, ну что, заканчиваем тогда, да? Да. Как-то сделать, надо выйти в главное меню, наверное. Да, 46 секунд с последнего сохранения, нормас. Окей, спасибо тебе за этот кооп. Я не знаю, будем ли мы продолжать. Узнавайте прямиком на стриме. Давай, пока-пока. Дима, год, чат, год, пока. Спасибо. Да, давай, давай, хорошего вам вечера. Удачки, удачной поездки. Пока-пока. Вот, не знаю, будем ли продолжать, честно говоря. Ну, посмотрим. Не знаю. Посмотрим. Не знаю.